дорогие наши, уважаемые общественники, любимые, второй раз мы собираемся на этот фестиваль. Я надеюсь, что это будет еще много-много раз, много-много лет, потому что вы огромная сила. Вы наша надежда, опора. Вы те люди, кто сохранил, сохраняет, приумножает все то, что создавалось в нашем городе. Все, что будет создаваться. Вы постоянно с нами вместе обсуждаете, участвуете в общественной, социальной, политической, культурной жизни нашего города. Подсказываете, ругаете, настаиваете. Это очень правильно, это очень хорошо. Вы все неравнодушные люди, болеющие каждый за свой дом, за свою общественную организацию, за благополучие и здоровье членов общественных организаций, за то место, где мы с вами живем, отдыхаем, где живут, учатся наши дети, внуки, правнуки. Это очень хорошо, что наш дом, наш город нас с вами объединяет. И мы, как хорошие хозяева, как хорошие хозяйки, хотим видеть его чистым, уютным, теплым, благоухоженным, приспособленным для того, чтобы мы понимали, что в нашем доме порядок. И этот порядок царит в каждом сердце, в каждом из вас, из нас. И что мы это с вами делаем для нашего будущего, детей и внуков, создавая, сохраняя и передавая из поколения в поколение те традиции семейные, которые в каждом доме, в каждой семье существуют. Каждый фестиваль будет, наверное, по-своему набирать обороты и, наверное, будет увеличиться количество тех презентационных материалов, которые мы с вами только что прошли и посмотрели в этом зале. Но самое, в моем понимании, дорогое, это то, что мы собираемся, то, что мы встречаемся, то, что мы сегодня пришли сюда, в театр «Город», в этот зал. И мы общаемся, мы видим друг друга, понимаем, чувствуем, улыбаемся. Значит, мы с вами живем. И самое главное для нас с вами, Надежда, это то, чтобы завтрашний день был таким же, каким он есть сегодня и каким был вчера, не хуже. И чтобы мы с вами сохраняли это понимание, любовь, уважение и самое главное, человеческое отношение друг к другу. Я вас всех сердечно поздравляю с этим фестивалем, с тем, что вы все делаете огромнейшую работу для того, чтобы все то, что я сейчас говорил, было сохранено, работало, жило, совершенствовалось и приносило нам всем удовлетворение. Храни нас всех, Господь. Спасибо вам всем. С наступающим Новым годом. Счастья, любви, достатка в каждый дом, каждому из вас. Спасибо. Вместе.